Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение». От Михаила не только это, но, в общем, начало нового прохождения. Как видно по названию, игра называется «BioShock 2 часть». Очередная, в общем-то, игра данной серии. Прошли, в общем-то, мы уже давно уже «BioShock Infinite» на самом максимальном, ну, почти что там уровне сложности. И «BioShock 1 часть» в том числе, которая уже записана и в ближайшем будущем, думаю, будет выложена обязательно. Там осталось примерно выжить... Еще начинает, там, по-моему, с 15-ю, 16-ю серию, 17-ю и 18-ю, по-моему. Еще примерно 4 серии еще нужно будет выжить. Останется, по-моему. Или нет, да, по-моему, так и есть. И теперь, в общем-то, заранее, думаю, начинаю записывать прохождение по BioShock 2 части. По второй, в общем-то, игре данной серии. Которая при этом уже не разрабатывала другая студия, не которая делала первый BioShock Infinite. Там, в общем, делала студия, которая называлась... как он, в общем, забыл уже, даже название-то это. Irrational Games. Это, в общем, эту же часть уже делала другая студия, которая называлась, по-моему, Tokyo Marine. То есть другая, в общем-то, другие разработчики. Здесь, в общем-то, в том числе описана история уже. Tokyo писана, в общем-то, но история, конечно, уже восторг описана, но есть еще другие, в общем-то, персонажи будут, другие главные герои. В том числе тут еще за кого мы будем играть, в общем-то, это будет у нас большой бабочка, в общем-то. Мы за него будем играть в этой игре, в отличие от предыдущих, в общем, предыдущих игр, которые до этого проходил, BioShock Infinite, в общем-то, и BioShock первую часть. Ну, в общем, сразу начнем проходить ее. Так, в общем, более-менее звук я теперь так-то настроил, чтобы было нормально, в общем, слышно мой комментарий, в том числе. Потише, в общем-то, сделал, на самый минимум поставил. Вот они. За настройки, в общем, настройки моего, мои настройки звука, графики, в том числе. Почти-то, в общем, самая максимальная настройка стоит, кроме вертикальной синхронизации. По-моему, я отключил же синхронизацию-то. Или я там забыл применить, что ли? Не пойму, что-то. Что ли? Странно. По-моему, сохранял, в общем-то, настройки-то что-то. Не сохранить почему-то. Отключал эту вертикальную синхронизацию. Ну, нафига, в общем, нужна эта синхронизация, мне кажется. Сильно прям не нужна. Можно без нее играть. По мне. Ну что ж, в общем-то, начинаем так. Вот так вот, если, в общем-то, также, если кто будет спрашивать, где я, в общем-то, эту игру скачивал, то, в общем-то, я ее установил со Steam. Steam-овская версия, в общем. Вместе с первым BioShock'ом. На распродаже. Приобрел. Какой-то, по-моему, Triple Pack продавался. Жалко, конечно, BioShock Infinite, в общем-то, не получилось. Это уже вместе с этими двумя частями. Все-таки серия офигенная очень. Очень хорошая игра, в общем-то, от хорошей студии. Думаю, стоит, в общем-то, иметь в коллекции именно лицензионную версию. Здесь, по-моему, здесь даже в этой игре мультиплеер даже, по-моему, есть. Можно будет попробовать и мультиплеер сыграть, хотя, мне кажется, мультиплеер, наверное, никто не играет. Это в эту игру, наверное, давно уже вышло. По-моему, в 2008 году, что ли. А, не, в 2010 вышло точно. Но все равно не так прям уж недавно, не так уж недавно, что, возможно, никто уже не играет в неё. Мультиплеер-то подавно. Так, новую игру запускаем, будем играть, как обычно, на самом максимальном уровне сложности, который называется в этой игре сложный. Если вы специалист по шутерам. Но мы, в общем-то, играли немало шутера, так что будем играть на самом максимальном уровне сложности. Поехали. Год. Далеко, видимо, Атлантического океана, что ли? Или в районе Атлантического океана. Играть, папа.
Еще ангелы, папа! Сюда! Теперь он совершенно безопасен. Она не твоя дочь. Ты понимаешь? Ее зовут Элеонора. И она моя. А теперь на колени. Сними свой шлем. Отлично. Возьми пистолет. Приставь дуло к виску. Стреляй. Биошок 2. Десять лет спустя. Прием. Прием, ты меня слышишь? Сигнал очень слабый. В общем, начинается таким образом у нас игра. Так, что у нас там написано-то? Курортный центр Адонис. Видимо, в общем, играем теперь уже за вашу папочку. Знаем тем самым, видимо, его историю, вообще историю этих созданий. Кто это такие? Так, видокамера. По-моему, даже плюс к всему видокамеры ты отключил в меню настройках игры. Тем самым мы теперь будем, наверное, по-другому. После смерти, в общем-то, в общем, как обычно, в общем-то, можем будем, наверное, сканить, запускать. Они перемещаться через видеокамеры, это оказывается в таких местах. В общем-то там возрождаться, то есть при помощи видеокамеры уже не будем. Так, сканить можно. Давай сканим. Новое сканение. Давай-ка. Будем так же сканяться игру, хотя бы скани будут там, у нас будут более нужны. А то так видеокамера, кажется, видеокамерами эти пользоваться не очень удобно. Только у нас постоянно куда-то переносит, поэтому куда далеко очень от нашей цели. Реклама видеокамера навернет вас к жизни. Нетушки, извините, нам эта камера не нужна. Так. Ладно, пошли. Что ли, дальше? Будем сюда эти локации. Фонарика, видимо, у нас нет, наверное, какого. Будем так. Мы на яркость можем это повысить. В настройках-то. Где у нас яркость-то? Управление. Яркость-то есть. Или в графике. Вот, или гарнировка яркости. Чтобы повиднее было, то слишком темновато бывает. Вот так вот. Нормально будет. В любом случае, думаю, яркость в самом виде будет нормально просто. Там так затемнеет довольно все. И программа самозаписи, YouTube. Ух ты. Где мы еще казать? Падший Вавилон. Не понятно, в каком месте. В общем, видно, в общем-то, что прошло 10 лет после событий первого Биошока.
бы стал, в общем, главным героем первой части. Сын этого, в общем-то, Райана и... как мы звали, Джасмин, по-моему, это. Одной женщины. В итоге разобрался с этим, вернулся, в общем, город, этот, родной, через много лет. С такого его оттуда, в общем-то, отправляют в другой мир, в общем-то. Наверх, в общем-то, его подает контейнер, или кто там, в общем, отправил это на капсуле-то. Вернулся, в общем-то, узнал о своем прошлом, что на самом деле этим самым мы расправились с Фонтейном, он владеем данной игры. Что такое? Так. Ну что ж. Ну, в общем, события на смерть Гима второго Биошока. Через лет, через 10 лет, в общем-то, идут. После первой части. А первая часть, в общем, у нас главный герой тем самым пустил хорошей концовки. В этом с ответом разобрались в итоге. Был герой вместе с маленькими сестричками. А в общем-то, отправились наверх. Над надводный мир, если так можно назвать его, наверное. Да, здесь посмотрите-то, здесь через 10 лет тоже после тех событий, здесь, в общем-то, много чего плохого произошло, видимо. Не знаю, конечно, попадутся ли старые локации, интересно. Или будут новые какие-то локации только лишь. Узнаем, его, в общем-то, будет интересно побегать по старым локациям, которые были в первом Биошоке. Посмотреть, как они, в общем-то, в итоге изменились. Так. Ударьте по воде Ультрашок, можно поджарить всех, кто с ней находится. Погоди, а здесь никто нет, никакой воды-то. Странно. Как нам теперь, в общем-то, тебя разрушать-то? Ого. Буром. Смотри-ка. Можно разрушать все это. Давай неплохо выглядит там. Разрушаемость. Что у меня здесь еще есть? Угу, понятно. Вообще пока никаких врагов не встречается, вообще никого. Что интересно. А, не понял. Что это было за сила какой-то? Тень какая-то. Точно кто-то нас пробежал, видимо. В той стране. О, какой у нас. Большой папочка-то, нифига себе. Да, махина. Прыгать умеет, смотри-ка. Неплохо. Ох ты. Это что еще за... Это что еще за такая непонятная... Пробежала нам только что. Реклама Спай, Санаторий, Адонис. Еще в какой-то локации мы находимся? Термоадонис, ага. Че, подводных каких-то баней, что ли? Восторга. Так, эти явно мы, наверное, не звать не можем, да? Или эти, может, встречек уже? Мне кажется, встречек уже, наверное, попросту нету. Вот сейчас, мне кажется, они уже нам не встречаются. Но через 10 лет, конечно. Там, по-моему, всех встречек-то маленьких забрал этот клан герой. Первый Биошок-то. Вытащил, в общем, их, вытащил он их как раз с этого города. Мне кажется, их больше здесь и нету, наверное. Не повстречается. Хотя черт их знает. Что там там, ну... Здесь уже в этой части, видимо, спасать их не надо будет. Так, нам нужно тут, туда, где нужно направляться будет. Так, а что у нас внизу находится, интересно? При этом мы играем за какую-то большую папочку. Возможно, компания-то за какого именно? Там, по-моему, много было довольно. Нам встречалось-то. Так, здесь ничего нету. Что такое? Лэмб смотрит за нами. Что за лэмбы, интересно? Может, какие-то новые персонажи повстречаются, которые мы даже не встречали в первой части. Возможно. Осторожно, высокое напряжение, генератор помещения бассейна. Ага. Не подходим. О, внимание, рабочие, маленькая запись. Так, и... Погоди, и... Нажмите и... Правило номер один – рыцари, швабры и тряпки. Вы на океанском дне. Если вам вдруг почудится, что по каске барабанят капли дождя, считайте, что вы уволены. Правило номер два.
Вы можете прикурить сдохший генератор, но сначала выведите посетителей из бассейна. Богачи пугаются, когда рабочие вдруг начинают швыряться молниями. Сечете? Понятно. О, для бур, маленькое топливо для бура имеется, оказывается, даже. То есть, если закон закончится, то придется, в общем-то, без него, видимо, орудовать. Так, ладно. Какие-то, в общем-то, что ли, видимо, так есть, наверное, какие-то купальни, что ли, где купались люди. Лестница, он есть, что ли. Спуск, раз нет здесь. Не снизь, как вода, видимо, было полно воды. Нифига себе, локация, видимо, новая. Перебежек, по-моему, такого точно не было. Так, здесь, пока я не понимаю, нет ничего больше интересного-то. Что такое? Ух ты, консервированное мясо. Давай здоровье. Хотя здоровье нас по максимуму так-то. Думаю, пока мне сильно это нужно. Нормально так. Так, здесь, по-моему, у нас дверь закрыта. Вода из нее течет. Курортный центр Адонис, понятно. Ладно, в общем, будем пока все осматриваться, не торопясь, еще делать рабо, пока никто не попадается. Астер, так, это все мечтали. Будем пока идти за то непонятное, в общем-то, существо непонятным. Ох ты. Заверните этого, сестра. Мне... Привет. А пока что этого плохо, что вот этого, блин, пусто, что этого ничего никакого оружия другого не стрельного нету, у этого большого папочки, будет посложнее ее навоевать. Закончилось топливо. А, вот хотя бы так будем бить. Так, у нас оружия никого больше нету. Плазмидная терапия, Марика. Сауна. Солярий. Так, куда еще? Мячик какой-то лежит. Так, это у нас какой-то цифровая панель, код. А, Марик, код написан. 0451, что ли, или 1540, непонятно. Попробуем-ка. А, вот, 1540. Так, принять. Ух ты. Здесь, потому что здесь кнопки, здесь, конечно, кнопки другие немножко, управления. Подбирать себе всякие предметы, там, обыскивать врагов. Это, конечно, здесь по-другому все. О, записка фитнес, послушаем. Мой муж просто идиот. Спускает все деньги на генные тоники, чтобы выглядеть как настоящий спортсмен. И при этом продолжает сидеть на заднице и слушать радиосериалы. Стивен, говорю я ему, если хочешь приобрести хорошую форму, пойдем поплаваем по старинке, а то ведь у тебя мозги атрофируются. Может начать подмешивать ему в еду стимуляторы мозговой активности? Нормально. Ну и женушка. Так. Мутант громила. Консервированная фасоль. Что у тебя есть, интересно? О, птички. Так, контрол, чтобы подлечиться. Нифига себе. А как это сделано-то, оказывается? Управление-то. Я же к первому, по-моему, по-другому все было. Но подлечиться пока нечего. Нужно с птичкой так, в общем, застроиться так все, в общем, полностью. Максимум, на максимум. Так, это у нас такая Лэмб смотрит за нами. А, вот как раз возьму Лэмб. В ролике-то была, по-моему. Предыдущем. Мы как раз ее видели. Единство преображения. Так, что-нибудь еще есть? Полезненького. Плазмиды. Плазмиды бы, конечно, пригодились, вы думаю. Реклама плазмида, валюция бутылки. Потому что бурное сопливо закончилось. Чем обвиваться, непонятно придется. Если вдруг враги попрут. О, заторило. Так. Что это у нас? Ох ты. Все. А, нет, можно. Только за что-нибудь там выполняется на. Точнее, все. Точнее, за что? За деньги, что-нибудь прямо? С помощью никаких 20 монет, по-моему, у нас есть. Может, за монет это? Или просто так можно? Нет, Марика, не за что. Просто так, видимо, дают. Можно, видимо, в таком хочешь количестве подбирать. Давай пока поберем, пока есть такая возможность. Вы не можете внести вообще больше таких предметов. То есть 5 штук максимум. Больше нельзя. Жалко. 5 максимум штук.
Ладно, что ж, тогда пошли дальше. Так, сканимся еще раз, если что. Отлично. Отец! А, это что еще за воспоминание? Теперь, в общем-то, это главный герой тоже воспоминание всплывает, как главный герой Бершерка первым. Но тоже, но у него вообще без этого, без голосов воспоминаний-то были. Постоянно, в общем, появлялась картинка-то с изображением, в общем-то, изображением его главного героя и его родителей, матери отца, которая на самом деле казалась чем-то неправдивая, чем-то нереально. Которого выдумал Фонтейн, как он говорил, в общем-то, в конце игры. Так что здесь может тоже какая-то иллюзия. Черт его знает. Собирательница. О, плазмит, ультрашоп, Марика. Так долго спал? Или оно раскучало по тебе? Отыщи ее, и тебе станет намного лучше. Это такая непонятная, правда. Какое-то непонятное, в общем, существо в костюме бегает. Пока очень не ясно. Так, бур у нас, но пусто, у нас топлива нету. Что там у нас написано? Процедурная 2. Так, ладно, понятно. Ух ты. Что у нас здесь-то? От Элеоноры. Матрика. Так, сад собирается. В общем, взяли мы, видимо. Так, ничего купить здесь нельзя. В этом устройстве-то. Может, сюда туда сходить? А, ну, давай. Здоровье, наверное, уменьшает мне. А, базе здоровья приготовлю, повкать. Понятно все это. Ну что, не будем пользоваться этими. Так, этот... Ух, нифига себе, солярий побывал, Марика. Спепелился весь полностью. Вот так вот. Солярий вреден, на здоровье. Проверено, в общем-то, в Бершерке 2. Так. Что, надеюсь, еще есть интересненького? Послушай, нет, здесь нету ничего. Так, видимо, нету. Тогда пошли дальше. Так. О, пригодится. Реклама Тоника, ходи с нами. Так, во, что-то еще есть. Понятно. Нет, мы труп не будем, это заранее нас уменьшает. Ну, видимо, нам здесь делать больше нечего, так что пора отправляться обратно. За это, в общем-то, непонятным существом каким-то. Так, в общем, все понятно. Так, вот он. Так, у нас максимум. Так, понятно, так нам пользоваться нужно. Следите мне, это, по-моему, правка аж мышь, что ли, нет? Да-да-да, так и есть. Так, сохраняемся еще раз. На всякий случай, почаще не будем сохраняться, не будем этими теперь уже пользоваться этими видеокамерами. Так, пока нас, ну, пока максимум, пока они еще больше не вырезает. Пока так хватит. Так, вот вообще нужно дойти в этом случае. После телекинешем лечи трубу заблокирую. Дверь. Какую трубу? Там, по-моему, трубы-то не было, по-моему, или была. Так, привет, мужичок. Что ты здесь делаешь-то? Выставить инструменты для зума по панели управления двери, чтобы открыть ее. Получай. И падай, красавица. Ох, вся вода, в общем, полностью заинтересовалась. Какого фига? Нифига себе. Да, без огнестрела-то будет сложновато, без огнестрела-то. Так, как нам эти, в общем-то, пополнять-то забыл я немножко. Правильно, им стоит надо управление, что ли. Так, изменить клавиши. Да, продолжите. Так, прыжок сесть, понятно все. Так, поиск адама, это понятно. Так, установите, так, чуть-чуть можно выстрелить следующий плазмит, так, установите, понятно.
использование удочерения статички Марика. Удар прикладом ружья буром. Следующее оружие. Так, аптечка на контрол. Так, понятно. Или показать карту М. Быстрое сохранение F12. Вообще, может поставить было на F5. Что ли, сохранение поставить? Лучше. Так бы это ближе все-таки клавиши просто. Быстрая загрузка, но это не надо. Хотя, может поставить на F4. Поменять. Выйти из режима разведки J. Щит телекинеза Alt. Пока пополнять этот. Или само собой будет пополняться, кстати. Ева, в общем, не синяя полосочка, то здоровье, то, по-моему, тоже. Аптечка, конечно, есть, а тут использовать как. А вот как пополнять этот? Плазмид, в общем-то, синий только полосочку. Непонятно. Ничего не написано. Так, ладно, пошли. Так, это у нас еще здесь можно сделать. После закрытой ловушки, чтобы помочь себе против не сражаться мутантами, что-то таким-то. Так, отлично. Ой-ой-ой, честно, разорвется. Или нет? Все, вывели из строя, что ли, в итоге? Марик, да, в общем-то, его пополняет само собой. Надеюсь, попроще с этим. Быстрее даже пополняется. Сигнал. Послушай, тот, кто возвращает жизнь в этот мертвый город. Меня зовут Тененбаум. Я знаю, кто ты такой. И мне очень нужна твоя помощь. Прошу, отыщи меня на станции Атлантического экспресса. Найти Тененбаум. А, Тененбаум-то знаком персонаж. В первой части, по-моему, как раз помогал этому главному герою. Как его там зовут? Джек, по-моему. Против Фандена, в общем-то. Так, ну ладно, вообще, пока нам пора найдем дальше направляться. Так, мы плюс к всему запустили электричество. Повсюду стало светло. Не знаю, какие интересные здесь плазмиды будут. Пока что первый это у нас повстречался электрошок. Возможно, еще какие-то другие будут, новые какие-то. О, там что-то еще какой-то дверь есть, ритм, мне кажется. Нам, видимо, сюда направляться. Искать тут Тененбаум придется. Так. Что-нибудь еще полезненького есть. О, прям как этого из этого из Fallout. Это он что-то нарисован тут. Чё-то напоминает тут. Ванная комната туда. А, не завалена пусть. Так, это мы берем. Ух ты. Еще один большой бабочка, Марик, по воде шастает. Нифига себе. Они, наверное, нас будут атаковать, мне кажется. Возможно. Тоже. Черт узнает. Может, здесь тоже надо будет поставить этих стричек. Ради хорошей концовки, возможно. Что-то знает. Недель ни капли Адама во рту не держит. Давай, в общем, поджари хорошенько. Говорит доктор София Лэм. А, доктор София Лэм. Вы вот, в общем, у кого там писали. Она за нами наблюдает. Лэм тут. Может, она какая-то злодейка будет в этой игре. Наподобие Фонтейна. Моей дочери Элеоноре, скоро ты родишься, и восторг станет твоим домом. Тебя, как и меня, когда-то вырастят, чтобы служить интересам ближних. Потенциал этого города огромен, Элеонора, но наши убеждения ему чужды. Жизнь твоя будет трудна, но любая революция требует огромных жертв. Если мы будем терпеливы, восторг станет нашим. А вот что за Ленор-то, которая всплыла, в общем-то. Которая всплыла воспоминания, в общем-то, этого главного героя Бешенка. Черт, печка, конечно. Да, блин, зараза. Бьют они, конечно, больно. Но хотя она главного героя тоже как бы не такой прям уж слабак. Тем вот он дает рукой даст, так что мало кому покажется. Я уверен. Да, какая-то Леонора очень всплыла по спинаниях, видимо. Наш главный герой, видимо, этот большой папочка, видимо, как-то с этой Леонорой связан. Плюс к всему, это тоже доктор Лэмп. Непонятно, что персонаж какой-то новый. Интересно, в чем здесь, что здесь за сюжет такой. Посмотреть надо будет. Что за история? Может, тоже довольно такая интересная будет, как и Биошок в первой части, как и Инфинит. Не хуже, по крайней мере. Что такое было за звук непонятный. Так, на аптечке будет искать обязательно. Телекинез
А, вспомните, гнезда еще нету. Так, можно в ту сторону идти. Может здесь полазить, думаю, посмотреть. А, это просто вода так, что ли? Лэмп, вот как раз это лэмп. Может, как раз будет главный злодейки наподобие фонтейна. Да, весело будем будет. Хотя, вашим бабочкам, мне кажется, мы с этим справимся. Лучше люди восторга, так, 1052 год. Ну, так, рапчер, понятно. А, это, по-моему, это коин, по-моему, это Райан, Сушонг, Лэмп, видимо. Вот эти только, кто это, эти двое, вот эти, непонятно. Может, фонтейн, это тот фонтейн, может, этот. А это... Тененбаум. Черт их знает, мне кажется. Так, ну если 10 лет прошло, в общем-то, в этой игре со времен первой части, то, возможно, в общем, так тоже известно, что Райан мертв, точно. Коин еще неизвестно. Сушон точно мертв. Тененбаум жива. Это, видимо, не знаю, еще неизвестно. Фонтейн, по-моему, тоже мертв. Фонтейн-то. Может, как раз это фонтейн, не знаю, что теперь. Кто это такой, пока не понятно. Я снова в восторге после стольких лет. Малышки, которых я спасла, выросли и больше не вспоминают обо мне. После того, что я когда-то с ними сделала, я счастлива быть преданной забвению. Как вдруг по всему миру начали бесследно исчезать дети. И я вернулась, с ужасом понимая, что знаю истину. Кто-то вновь создает малышек, продолжая мою работу. Мое грешное дело. И я должна остановить их, даже если мне придется умереть. Вот так оказывается. То есть тут он, в общем-то. То есть в первом Биошоке, в общем-то, все малышки были спасены, все эти маленькие стычки, там, главный герой спас, Джек. И, видимо, через 10 лет, в общем, кто-то сюда вернулся, этот восторг, что ли, чтобы продолжить дело Тененбаум, который еще она. В общем, мы, в общем, знаем, что там произошло в Биошоке в первой части. Интересно, видимо, доктор Лэмп, может, как раз она и продолжила дело, черт знает. Непонятная какая-то. Ох ты, клепальный молоток. Ох, так, как переключаться, интересно, между этими клепальным молотком. А, понятно, на один кнопку. 2-1. Ну это пусто, пока будем пользоваться этим клепальным молотком, что ли. Прикольное оружие. О, погоди, тут такой. Давайте проверим-ка. Оружие-таки есть, оружие-то есть. А хотя оружие-то было у этих больших папочек-то. Так что все нормально с этим. У них оружие, мне кажется, будет. В первой части мы таких, в общем, встречали больших папочек, которые оружие было огнестрельное. Ну, почти же так не стреляли, возможно. Наподобие, наверное, таких очень молоточков. Так что, видимо, мы без оружия не останемся. Можно будет отстреливаться не только вот этим буром вблизи пользоваться. Все-таки враги-то будут с оружием. Блин, мало, слишком много. Черт. Так, а что у нас под патронник, да, припали молоточку этому. Прикольное новое оружие. Оружие, мне кажется, снова будут. Никакого Джейка, главный герой первой части Биошок. О, птичка. Спасибочки. Так, и запасы пустые уже, вот это подобрал, видимо. Так, нам туда, наверх. А мы пока сходим-ка сюда. Все будем локации будем осматривать. Стыковка батисфер. Смотри-ка. Так, это нас, по-моему, прибавляет. Угу, понятно. Так, послушаем. Мне чудом удалось остаться в живых, спускаясь сюда, но я здесь, и это реальность. Восторг. Вот куда они забрали мою бедную малышку. Из лодки я видел, что почти весь город разрушен, но кое-где горят огни. Но кое-где горят огни. Какие-то фигуры двигаются. Я отвлекаюсь. Наверное, это от страха. Возможно, если я найду эту доктора Лэмп, голос, который я слышу из громкоговорителей, то найду и Синди тоже. Ну вот как оказывается-то. Понятно. Здесь, в общем-то, куда тут, в общем, кто-то, в общем, нашел, видимо, сам этот город. Пытался, видимо, найти своих детей, похищенных, это, видимо, доктор Млэп. Держись подальше. Так, понятно. Куда подальше держись-то? От кого? Бочки взрывать мы их не будем. Это не опасно, это довольно опасно. Все-таки стрелять по бочкам. Так, а что у нас такое? Пресная вода. Берем. Пригодится ему. Все, смотрим. Все, запираем. Все пригодится в любом случае. Так. Какого? Понятно, что-то мы не то. В общем, не то применили. Он сегодня не расплываться начало.
А, вот бодисфера Марика разрушена полностью. Да, на таких, в общем-то, мы как раз сюда попадали, вот локацию. Первый четвержок, как раз, именно. Полностью разрушена Марика. Недееспособна, как говорится. О, кто-то припер сюда, что ли, засранец какой-то. А ты кто такой? Подорвись к этому фигочку, может его убьет. Не успел, конечно. Как надо. Давай, КВН, засранец. Ты там прячешься, скотина. Все, получай. Туда, конечно, нам не попасть, наверное, не надо сильно прямо, мне кажется. Так, сканимся еще раз. Так, что-то, конечно, таймер забыл поставить еще плюс ко всему. Всякий случай. Нам попозже потом поставлю. Так, ладно, идем дальше. Это нам пока хватает. В общем, идем наверх, типа, видимо, все обследовали. Видимо, нам придется разбираться, в чем. Но сюжет, мне кажется, будет довольно тоже интересный. О! Так, это может галлюцинация. А, ты тут так вообще? Или какой-то босс что ли какой-то? Да ёпси мопси, ты это... Блин, патроны кончились, блин, отмена просто. Блин, она, посмотри, это не бьется тогда. Довольно слабо бьется. Блин, все не убьют просто. Или нет? За раз. Фу, блин, чуть не убило. Не думаю, что уже все в капец. Придется заново перепроходить. Марика не до конца, в общем, ее добили в итоге, но... Кто это такая вообще, пока непонятно. Что за какой-то необычный какой костюм бегает. Может, это Лэмп? Или это Элеонора? Вы воруете у семьи Восторга. У вашей семьи. Угу. Ну это вряд ли. Может вообще все это на самом деле галлюцинация. Может никаких его никаких, в общем, встречек уже нету. Хотя что-то знает. Так, нет, мы трогать не будем. В общем, чуть нас не добили. Повезло нам, что она убежала там. -то. Только же зарыть он вообще был по нуле почти. На нулях, в общем, почти что. Так. Да, слушай, неприятно такое существо. Огоньком. Видимо, какой-то у нас неоплазмет имеется. Где огнем она, в общем, при помощи которого она огнем, в общем-то, пуляется. Возможно, даже мы под водой немножко полазим. Так кажется. Так, пора менять. Пока на заклепку эту. Так, отлично. Плазмиды явно, мне кажется, пригодятся очень сильно. А птичку берем. Не знаю, кошка здоровье. А, пока здоровье пополнить. Пополняем здоровье. Будем искать новые аптечки. О! Что я вижу-то? Венты берем. Это тоже пригодится. Так, послушаем запись. Диана настояла, чтобы мы провели выходные в Адонисе. И вот я уже хочу отдохнуть от собственного отдыха. Когда она в очередной раз решает поставить мне в вину мою работу, ее слова превращаются в бесконечное блеяние. Я основал Восторг, чтобы освободиться от законов и религии, чтобы жить среди тех, для кого сама работа является заработком. Но когда Диана сказала, что носит моего ребенка, это привело меня в замешательство. До сих пор я никогда не думал о том, что останется после меня. Возможно, после Нового года. Че после Нового года, так непонятно. Так, ладно. Может, конечно, это речь как раз о том Джеке,
Не знаю. Главный герой первый Бешок, возможно. Черт знает. Ладно, в общем, пошли дальше. Так, сохранимся там месяц, чтобы заново потом это не перепроходить эту битву. Потому что довольно жестковато она была. Ну, в общем, хардкор есть хардкор. Так, берем патрончики. Может, конечно, это месяц там до серии закончится. Так, в общем, довольно, думаю, продолжительное будет. И там даже таймер забыл поставить, чего. Чтобы не получилось слишком большое видео, я думаю, пока это месяц закончу проходить игру Бешок первую часть. Ой, точнее, Бешок вторую часть. А увидимся, в общем, в следующей второй серии. Первая серия пути это только пилотная серия. На прохождение мы познакомились с новой игрой данной серии. В том числе и с новым каким-то непонятным врагом. И новыми персонажами. Некоторыми. А это пока что все. Если видео понравится, то ставьте лайки. Обязательно, если хотите продолжение данного прохождения. Также оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы. Свои впечатления, свои пожелания, чтобы будет прохождение. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. И всем пока. До скорой встречи. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star. Beyond the dark.